Убил лося из незарегистрированного ружья, профессионально разделал тушу. Мясо забрал домой, а останки спрятал в болоте. 48-летний браконьер из Хойников. Однако следы преступления, совершенного в Полесском радиационном заповеднике, всецело замести не удалось. Факт стал известен правоохранительным органам. Теперь мужчине придется заплатить за убийство лесного жителя почти что 200 миллионов. И кроме этого понести уголовную ответственность. Была отработана информация, по которой житель города Хойники Гомельской области осуществил незаконную добычу дикоохотничьего животного вида лось. Данный гражданин добыл охотничье животное на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Мясо дикого животного перевез к себе домой, а останки и шкуру спрятал в болотистой местности на территории заповедника. По словам безработного мужчины, он собирается на заработки в Россию, чтобы вернуть государству денежный долг. Однако браконьеру вряд ли удастся в ближайшее время воплотить эти планы в жизнь. Ведь согласно Уголовному кодексу ему грозит до 6 лет тюрьмы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».